Невероятные изысканные наряды и блеск бриллиантов. В Тюмени прошло главное светское событие апреля – вручение премии «Человек года». Награду за достижения в бизнесе и политике вручали по итогам прошедшего 2018-го. На церемонии побывала и моя коллега Дарья Власова. Она готова поделиться пикантными подробностями, чем угощали на званном приеме, в каких платьях и костюмах пришли гости и что раздосадовало некоторых из них. Билеты не купить, вход только по приглашениям, но у нас оно есть, поэтому давайте посмотрим, как проходит самое главное светское событие Тюмени «Человек года» 2018. Обычное платье, которое шила я на заказ. Каждый день в нем ходите на работу или по магазинам? Нет, ну просто вечернее платье. Такой дресс-код был, поэтому решила, что праздник, надо празднично одеваться. У меня сегодня было серьезное мероприятие. Я не смогла одеться платьем в пол. Походы в салон красоты к визажисту, прическа – это обязательно. Это как бы у меня неотъемлемая часть. А вот именно выбор гардероба, все время сразу быстро покупаю что-то, а тут вот шили мне, поэтому бренда никакого, просто ручная работа очень знаменитого тюменского дизайнера. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, и такой светский раут – это идеальное место для того, чтобы выбрать себе какую-нибудь драгоценность. Вот, например, колечко всего за 30 миллионов рублей от известного екатеринбургского ювелирного дома. В Тюмени такой премии нет больше. И это такая уникальная. Всегда ориентируемся на международные стандарты, потому что брать пример нужно явно не из своего города и даже не из страны, а лучше из мира. Ну а чем же угощают на светских раутах? Черные икры и устриц мы не увидели, зато вот есть легкий салатик, сыры с плесенью и креветки. В таком регионе, как Тюмень, где у нас очень много успешных компаний, успешных людей, и когда признают тебя человеком года, понятно, что это и почетно очень, и скажу, что ответственно. Это, конечно, радость, это приятно, это мотивирует двигаться дальше, потому что это народное признание, а мы вместе творим историю культурных событий нашего города. «Человек года 2018 подошла к концу. Рядом со мной, к сожалению, не главный ее победитель, а проигравший. Но, тем не менее, ребята, которые организуют самые классные вечеринки в городе. Ваше экспертное мнение, чего не хватило этому светскому событию? Мне кажется, не хватило именно нашей победы. И не хватило танцев. Ну, кто знает, что будет в следующем году. Увидимся в 2020-м. Журнал, точнее. А вот теперь раскроем главную интригу, кто же они победители премии «Человек года 2018». Итак, назначением года стало избрание Руслана Кухарука главой города Тюмени. Премию «Женщина года» получила Оксана Величко, директор Тюменского бройлера и депутат областной думы. Банкиром года стал Дмитрий Горицкий, продавший пакет акций за Сибкомбанка ВТБ. Звание «Менеджер года» завоевал Евгений Заболотный, председатель Тюменской городской думы. А главную награду «Человек года 2018» безоговорочно присудили Владимиру Якушеву. Награду за министра строительства и ЖКХ на сцене получила его супруга.